Друзья, добрый день! Рад видеть вас на своем канале. Сегодня мы отправляемся в Тринидад, водопады. Будем смотреть экскурсионную программу. Это экскурсионная программа, которую мы делаем самостоятельно. Мы ее заказывали у наших знакомых. Стоит она, машина, 250 евро. Такая же программа двухдневная у оператора Тестура или Анекса. Она стоит от 150 евро за 2 дня. Но мы не хотим тратить 2 дня на эту программу, мы хотим за день уложиться. Поэтому, если кто-то хочет тоже по ускоренной программе эту программу, пожалуйста, пишите, оставляйте заявки, я буду рад вам помочь. Отель Белла Коста, сейчас 6:30, континентальный завтрак можно покушать. Давайте посмотрим, что континентальный завтрак есть в отеле. Йогурты, булочки. В принципе, наверное, даже все то же самое, что и на обычный завтрак. Ола. Ну, яичницу, судя по всему, еще не готовят. Омлет. Немножечко я опоздал. Вот на такой машине мы отправляемся в путешествие с вами. Смотрите, да? Сейчас покажу вам салон. Вот наши ребята. Привет, Леш. Привет, ребята. Это наши гиды, которые нас будут вести. Мне интересно будет нам сегодня, конечно. Да, потому что да вы еще поедешь работать. Ты просто едешь, чтобы узнать, как будет. Ну, поскольку мы только два человека. Друзья, у нас первая остановка. Мы остановились в совхозе. Это самый большой совхоз на Кубе. Здесь выращивают картошку, помидоры, манго. Короче, все, что здесь есть, все, что здесь можно купить, и то, что они кушают, выращивают здесь. Я попрошу вас написать в комментариях, как называется совхоз. Название очень простое. Я думаю, кто жил в Советском Союзе, сразу же сможет угадать. То есть подсказка вам такая. Вот он, этот совхоз. Ну, мы тут на окраине просто остановились. Я сейчас зайду, покажу вам немножко его. Вот, смотрите, да? Солнышко светит. Ребята, вот смотрите, какой у нас Шевроле. Это Шевроле 48-го года. И название его Шевроле Flatline. Иди, сними, сними. Flatline написано, вижу, да. Вот смотрите, какой он красавец. Вон там написано. Вон. Я не знаю, как для кого, но для меня Куба и на Кубе находиться как дома. И как дома в Советском Союзе. То есть здесь все так просто. Магазины и полки пустые. Ну, люди добрые. Ну, вот реально, как попал в Советский Союз назад на там, 30 лет, когда еще он был в своем рассвете. И сделали очередную остановку
название города я не знаю, не скажу вам, небольшой такой поселок, деревушка на кофе паузу. Я вам сейчас покажу, как выглядит кофейня современная на Кубе. Вот мой компаньон уже пьет кофе, а вот кофейня. Видите, современный кофеаппарат. Вот такие кружечки. Кофеаппарат. А кофе отличный. Держите сюда, ваше здоровье. Отличный кофе, хотя место такое неприметное, но очень колоритное, очень вкусное. Сандро, как тебе? Вот этаж, Леша занимается кофе, он говорит, что классный. Чашка очень крутая. Здорово, кафе, как будто мой. Наш гид Адольфа, у него очень интересное имя, нам вот такие сигары, покажи, Леш. Это местные сигары, которые курят местные кубинцы, они стоят за 25 штук, сколько? 2 кубка. То есть 2 евро за 25 штук. Ну, то, что мы покупали, например, по 4, по 6 евро за штуку, понимаете, да, можно купить целый блок. Ну, нам покажут, где их можно купить, какая у них цена. Леша их покурит, расскажет, как они. Вечером. Сидели руками. Вот, смотрите, какая. Ее крутят тоже руками, эту сигарету. Ну, и как-то так вот ее курят. Ну, они говорят, что дым не надо затягивать в легкие, просто в рот набираешь и выдыхаешь. Ее можно несколько раз курить. Я попросил сделать остановку, увидел какие-то интересные деревья. Мне стало интересно, что это. Смотрите, вот маленькие такие деревца. Леша там уже их смотрит. И у меня за спиной большие такие. Как вы думаете, что это? Сейчас пойдем посмотрим их поближе. Так, прорываемся. На что это похоже, ребят, как думаете? Мы проезжали плантации сахарного тростника, проезжали плантации риса. Вот эти деревья, которые здесь маленькие, растут. Я не знаю, наш гид шутник, Адольф, конечно, Адольфа. Но он говорит, что, ребята, здесь змеи ядовитых как таковых нету, но есть большие змеи, которые просто целиком людей едят, ну, типа анаконды. Ну и также здесь есть скорпионы ядовитые и пауки ядовитые, поэтому он говорит, вот здесь вот надо быть аккуратнее, что, ну, реально могут быть. В районе Кариб еще водятся крокодилы в свободном доступе, они просто в болотах живут, поэтому там аккуратнее по болотам гуляйте. Друзья, вам интересно, сколько стоит топливо на Кубе? Мы остановились на заправке. Сейчас я вам покажу магазин на заправке. Значит, по ценам, вот спросил у местного, он меня сориентировал. У них, значит, 83, это для мотоциклов специально, он стоит 80 копеек, 80 центов, куков, соответственно, 91 кук стоит. 94-й, это специальная, 1.20, и дизель, 1 кук, дизель, и дизель вот там заправляется, он стоит 1 кук. Оля? Да. Так, что у нас можно в заправке купить? Столичная водка, 15.95. Гавана, ром. Гавана клуб, майонез. Ну, здесь выбор. Даже есть что можно прикупить. Пиво. Где? Россия. Белоруссия. Супы. Ну, это вот все. Все, что есть. Ага, а топливо вот, давайте посмотрим. Так. 95-е топливо, это специально для экскурсионных автобусов.
Местные ездят в основном на 90-м бензине или на 83-м мотоциклы. Ну и дизели я вам показал. Я попросил остановить на Карибском побережье, чтобы показать вам, чем отличается море, вернее, ну здесь Карибский бассейн, от Атлантического. Вот давайте перейдем. Вот это уже Карибский пляж. Мы находимся на другой стороне острова. Местная архитектура, видите, какие домики. Они, в принципе, везде такие. Друзья, добро пожаловать в Тринидад. Мы с вами сейчас въезжаем в город и будем смотреть его достопримечательности. Айда за мной! Дороги в Тринидаде. Мы добрались до Тринидада. Здесь город, ему уже 400-500 лет. Один из самых хорошо сохранившихся городов на Кубе. Именно исторически считается, что это жемчужина, которую обязательно нужно посетить, посмотреть. Здесь вот дороги из камня мы ехали, там трясет. Город свое развитие получил, когда сахарный тростник добывался, и за счет этого развился. И до сих пор город сохраняется в прежнем виде за счет того, что он нанесен в Всемирный фонд ЮНЕСКО, и его не разрешают перестраивать и что-то делать. Ты Морган. Вот недалеко отсюда есть порт Хасильда. Это был первый место на Кубе, где оттуда начали торговать рабов. Прямо. Это уже запрещено было. Ну, уже да, уже в 1890 году уже. Акитесори. Короче, он 1609. Слушай, Канчанчера. Это самый знаменитый бар, ресторан. Самый знаменитый бар в Тринидаде. Здесь делают коктейль. Возможно, мы его сейчас попробуем. Еще коктейль состоит. Смотрите, как прикольно обозначение в туалете сделано. Мужской? Женский. В этом доме жил богатый человек. Он в 1610 году этот дом построил. Он до сих пор такой, как был, так и остался. И он придумал коктейль. Коктейль состоял из меда, лимона, рома, рыба и воды. Сними это, как называется, Канчанчера. Да, я уже снял это. Дом, музей теперь получается. Здесь вы можете попробовать этот коктейль. Стоит он примерно 3 куха, 3 евро. Поэтому, если будете, обязательно зайдите и попробуйте. Бар. Подается он в таких вот кружках. Линяна, видите? Пресс, судя по всему, для сахарного тростника. На Кубе появилась железная дорога раньше, чем в Испании, для того, чтобы можно было сахарный тростник вывозить. Леша пробует уже коктейль, но на что он похож? На медовуху похож. Очень вкусно. Здесь ром, да, вкусно. Есть смысл его пробовать и брать? Есть смысл это дома попробовать сделать. Вот я сейчас буду пробовать ее. Здесь видите, вот мед, лед, лимон, ром. Сейчас попробую, скажу, стоит
стоит оно того или нет. Кисленькая. И по вкусу, ну, что-то такое, как подбродившее. Я думаю, тут ей надо еще побольше. Очень интересный вкус. Кислая, лимон, ром в перемешку. Леша говорит, очень похоже на медовуху, но нет, медовуха гораздо слаще. Свой вкус освежающий, классный. Ваше здоровье, пробуйте. А вот теперь, ребята, похоже на медовуху, когда я размешал. Реально очень сладкая, очень вкусная. Теперь она такая медовуха. Круто. Твое здоровье. Ажойфа. Нашего гида, конечно, имя такое очень специфическое. Легко вспоминается. Зато. Сейчас вам покажу место, где был основан город. Вот это вот дерево, это уже маленькое, это дерево, которое здесь росло 500 лет назад, оно уже погибло, но на его месте посадили дерево. Оно называется Кикуэ. И вот на этом месте был основан город, здесь проводили мессы. Потому что дерево было очень большое, у него были кроны, которые закрывали, было тень создавали. Ну и жители, которые сюда, поселенцы, приехали, они решили здесь основать город. Тут можно было в тени прятаться. И здесь, вот видите, есть крест. Сейчас вам покажу более подробно. Так как здесь испанцы больше владели этой страной, поэтому религия здесь больше, конечно, католики. И здесь проводились именно мессы католические под этим деревом большим. Видите, на всех домах есть решетки. Как вы думаете, для чего их делали? Пишите, ребят, ваши комментарии, я вам потом обязательно отвечу. Правильно вы написали или нет? На Кубе две преобладающие религии. Это, конечно, католицизм, извините, да? И второе – это Ямала. Это африканская религия. Ну и другие, может быть, какие-то еще именно африканские, потому что здесь было очень много рабов. Испания привозила в свое время, когда на сахарных плантациях необходимо было работать. Вот сейчас мы в одном из этих храмов находимся. Это женщина, главное у них божество. И видите, морская тематика, то есть море. Она, это типа, она королева, королева, любовь. Мать подобрая. Да, 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 добрая. Тебе надо любить кого-то. В Африке очень много богов, да. И вот это второй бог, это Учул. Учун. А вода все шишает. А это Санта-Барбара. Санта-Барбара. Но Санта-Барбара, естественно, его религия, и мужик, и женщина. Это бог любви, очищения, видите, да, вода и стоит. Дух таких богов. Бог это... Да. Что это не сильно религиозная страна. Здесь прямо жилая зона, здесь живут люди. Оля. Это хозяин дома. Он разрешил здесь сделать храм.
Двигаемся дальше, ребята. Я первый раз в африканском храме находился. Очень интересно и колоритно. Это не похоже на другие те храмы, в которых я был. Местные блюда у кубинцев – это, конечно же, свинина черная, фасоль, рис, банан. И вот видите, вот здесь вот сейчас лежит свинина, свинья, которую будут на вертеле готовить. Сейчас подойду, поснимаю вам поближе. Наш гид нас остановил, говорит: ребят, вон посмотрите, как оно. Вот, смотрите. Вот ее освежевали. И потом ее одевают вот на такой вертель, разжигают костер, угли и готовят. Это центральная площадь, на которой мы сейчас с вами находимся. Здесь музей романтики, тут находится коллекция фарфора самых богатых плантаторов на Кубе, которые были. Это костел. И там мы с вами видели собак гончих. Это специальная порода, которая была завезена сюда, на Кубу. Ребят, ну тоже очень интересный факт. Напишите, пожалуйста, как вы думаете, для чего эти собаки использовались? Те, кто ответит правильно и в комментарии будут, я обязательно отправлю какой-нибудь подарок с Кубы. И заказ она тебе тоже, когда она тебе помогает, да? Это звездный как? Дом собрания, садгини прямо на этом. Ну, конечно, видишь, он... Драмоны, дай. Немножечко истории про этот дом. Это дом заговорщиков, которые не хотели, чтобы испанская корона, ну, властвовала над Кубой. Они здесь собирались, сделали свою ячейку и выступали против испанского владычества. И против. Здесь делают кофейники ручной работы, разрисовывают их. Зависит от материала и от размера. Ну, вот такие вот маленькие. Что нафиг это? What beautiful nails! Thank you. У меня за спиной находится административное здание, это дом губернатора, где он работал, а вокруг здесь находились склады, где хранился кофе, сахарный тростник, видимо, ром и так далее. То, что можно было здесь добыть. Сейчас здесь просто бар, кафе. Это хозяин. Он был чернокожий или? Внутренний дворик. Вот так здесь отмечают день рождения. Видимо, один год кому-то собирают весь поселок и отмечают день рождения. Круто! Раньше
в этом здании были склады, и здесь хранился товар. Сейчас его используют как место для проведения мероприятий. Вечером здесь проходят дискотеки. Ну а сейчас, видите, детская анимационная программа отмечает один год ребенка. Зайдем с вами в храм, в костел, посмотрим, что здесь. 1610 года, если я не ошибаюсь, если мне правильную информацию дали, этот храм. Самый старый крест здесь, ему 400 лет, который был, когда основывали город и здесь делали церковь, костел. Сейчас мы идем с вами в женский монастырь. 1700 года он развалился. Осталась только вот эта вот часть колокольня. Сейчас мы на нее поднимемся и сделаем обзор сверху. Тут музей внутри. Вот такие корабли, судя по всему, охраняли раньше Кубу. Доплер-радар или что это такое сверху стоит, судя по всему. Два пулемета. Короче, здесь оказывается внутри еще музей. Мы думали, что это подняться на колокольню стоит один кук. Стоимость билета, кстати, один кук. Здесь оружие. Землянка. Мы сейчас с вами в музее находимся, посвященном партизанскому движению, музей свободы. Здесь вот сзади у меня на фотографии наш бит спалил землю. Как вы думаете, кто это? Напишите в комментариях, кто знает. И после какого события сам человек? Когда Фидель Кастро, его град в вашем шпеле. Но у них были все эти клиенты, они не только так, когда он пожил. Камиль Сан-Фьего и Че Гевара. Эрнесто Че Гевара. Маленький экскурс в историю. Фидель Кастро, они, вот это вот на фотографии здесь, они пытались захватить тюрьму, 150 человек против 1500. Конечно же, их всех половина погибла, половину посадили в тюрьму. Фиделю дали 3 года, он отсидел, уехал в Мексику. В Мексике начал готовить ячейку, подготовил 82 человека. Вот на этом корабле они приплыли освобождать Кубу. Их, конечно же, сразу встретили, 1500 солдат где-то или больше, там самолеты, танки. Из них осталось только 12 человек, но это вот самые известные их лидеры. Фидель, Рауль, Че Гевара, Эмиль. Ну, это 4 кубинских лидера, которые организовали революцию и победили в ней. Сейчас мы с вами поднялись на 2-й этаж. Отсюда открывается вид. Мы сейчас поднимемся еще выше с вами, вот туда, вот на колокольник. Горы. Очень красивый вид. Идем дальше.
Это уже третий этаж. Ступеньки деревянные. Они тут вообще любят все из дерева делать. Перекрытия деревянные. Фу. И это еще не самый верх. No car. Колокольня. Ну вот, мы с вами на самом верху. На шестой этаж сюда очень страшно, потому что ступеньки здесь деревянные, они шатаются, и ты понимаешь, что ну, тут нету металла никакого, никакой арматуры, шестой этаж и деревянные ступеньки. Ну, очень острое ощущение, рекомендую. Ну, а вид, конечно, открывается отсюда шикарный. И еще разок. Кстати, два вида черепицы. Одна испанская, одна французская. Вот эта вот испанская, судя по всему, а французская, она более такая сбитая. Возможно, вот это вот. И черепицу нельзя менять. Подъем. Ощущение, ты вроде бы распустился, а нет. Еще ступеньки. Спустился, а нет, еще ступеньки вверх. Поднимаешься, то же самое. Вроде бы ты уже поднялся на самый верх, оказывается, нет, это не верх, ты еще выше поднимаешься. Такая бесконечная. Горы, город горами окружен, точно так же. Тоже прям. Это начальная школа у них. Вот так проходят занятия. Это классы. Ну и здесь реально учатся, чтобы вы понимали. Это не просто. Еще классы. Интересно. Это вот классы. Cada grupo tiene su clase porque es de kindergarten hasta sexto grado. Спасибо. И здесь еще, видите. Aquí hacen clases también. Как говорит... Amigo, ¿no te va a dar alguna ayuda para la escuela, para los bambinos? Сейчас, спасибо. Пожертвование надо оставить. Это начальная школа, здесь учатся как от маленьких детей до больших детей. Ну, вы видели, да, то есть очень интересно, такая, как у нас в Советском Союзе, наверное, какая-то деревенские школы, что-то похожее, такие небольшие. Мы заканчиваем экскурсию с вами по Тринидаду. Все основные достопримечательности мы с вами посмотрели, нам все показали. Интересный город. Однозначно рекомендую его посетить, посмотреть, для того, чтобы обогатиться и понять кубинскую культуру,
Кубу. Вот и закончилась наша экскурсия по Тринидаду. Мы его заканчиваем там же, где и начинали, возле въезда в город. У них такой знак интересный.